Свершилась. Определена участница всероссийского конкурса «Женщина России» от Ростовской области. Ей стала жительница станицы Романовской. Конкурс стартовал одновременно во всех регионах страны. 83 выявленных победительницы теперь представят свои республики, края и области на федеральных полуфинале и финале. На Дону за это право соревновались 8 претенденток, а сам региональный этап проходил в нашем городе благодаря усилиям городской думы, администрации и общественной палаты Волгодонской, конечно, генерального информационного партнера телекомпании ВТВ. 8 участниц, 8 женщин с большой буквы. Их выбирали путем интернет-голосования в течение нескольких месяцев. Сегодня они выходят на сцену. Одна из них станет победительницей регионального этапа всероссийского конкурса «Женщина России-2013». Мне суждено было родиться в Каменске, что на Донце реке, в сердце милой, дорогой провинции, в маленьком, уютном городке. Наша встреча с будущим мужем Павлом состоялась 8 июля, поэтому День семьи, любви и верности для нас значим вдвойне. Она никогда не играла в школу, мечтала быть хирургом, но в одночасье ринулась в педагогику и влюбилась в нее на всю жизнь. Но однажды она отправилась на конкурс «Женщина России», а продолжение вы увидите сегодня. Сам конкурс состоял из нескольких непростых для участниц этапов. Помимо видео-визитки, прекрасным дамам необходимо было выступить в смешанном интеллектуальном дефиле. Здесь важно было не только эффектно выйти, но и не спасовать перед вопросами жюри. Например, какой должна быть современная женщина, 3 важнейших качества настоящего мужчины, что изменилось в жизни с появлением ребенка и многое другое. Одним из самых запоминающихся стало выступление матери 8 детей Галины Коршуновой. Что должен сделать мужчина? Построить дом, посадить дерево и родить сына. Поэтому 3 главных качества моего мужа – это мужество, решительность и большое достоинство. Решающим этапом стал конкурс «Творческий порыв». Вот тут уж можно было еще раз убедиться, насколько женщины России многогранны и талантливы. Участницы представили на сцене самые разнообразные номера. От декламирования стихов Серебряного века до шоу с элементами стрип-пластики. После ярких выступлений жюри уединилось для принятия окончательного решения. А пока на сцене выступали вокальные и хореографические коллективы. Одним из самых запоминающихся моментов стало арт-дефиле «Fashion Freak», подготовленное театром современной эстрады «Маскарад». Поставил арт-дефиле, как, впрочем, и все шоу, Владимир Реннер. Волгодонский режиссер в прошлом году ставил финал всероссийского конкурса «Женщина России». Известному культурному деятелю есть с чем сравнивать уровень конкурса. Я очень доволен результатом. И в основном результат, конечно, за счет именно участниц. То есть благодаря их шарму, благодаря их жизнелюбию, благодаря их историям шоу получилось более чем. То есть я боюсь, что никакими коллективами мы бы этого не добились. Эффекта живой, настоящей женщины России. И вот все участницы на сцене ДК. Ведущие объявляют номинации одну за другой. Никто не уходит без титула. Женщина-шарм, женщина-успех, женщина-очарование. Но звание «Женщина России 2013» получает живая и искренняя станичница, жительница Романовской Галина Коршунова. Меня в прошлом году семья уговаривала еще, но тогда у меня дочка маленькая родилась. И ручей забот было много, поэтому не получилось, то как-то побаивалась. А в этом году, мама, иди, тебе нужна встряска. Ну, встряску получили? Встряску огромную получила, особенно от каблуков, 20 лет я их не обувала. Вот так. Что вот почувствовали, когда объявили распорядительницу? Ой, страх опять, наверное, какой-то, как перед тем, как каблуки одеть. А потом же, когда награду вручили, так свистнуть хотелось, ребят, честно. Теперь Галина Коршунова будет представлять Романовскую и всю Ростовскую область на федеральном уровне. Может быть, она повторит свой успех и станет абсолютной победительницей 5-го всероссийского конкурса «Женщина России». Финал состоится 12 ноября 2013 года в главном концертном зале России. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.